взрослым о важном. Международный день защиты детей на телерадиоканале «Страна-ФМ». Виктория и Мария Михеевы, 6 лет. В нашей семье папа, мама и моя сестра Маша. И моя сестра Вика. И еще бабушки и дедушки. Мы еще не умеем сами готовить еду и водить машину. Мама с папой о нас заботится. Мама нас лечит, когда мы болеем. Читает по вечерам книжки. Мама иногда расстраивается, потому что мы себя плохо ведем. И даже ругается. Это потому что родители нас воспитывают. У каждого ребенка на земле должна быть семья. Мы хотим, чтобы по каждым мальчикам заботились и их любили. Взрослым о важном.